как приручить попугайчика. Мне многие очень пишут. И я сама вот сейчас на данном этапе нахожусь, приручение. У меня самцу 2 месяца, я его оставила себе, потому что дети очень просили. Мам, хотим, говорит, попугайчика научить говорить. И, соответственно, они попросили меня просто вот, мам, давай ты сама пока, потом мы подключимся. Вот. Ну и, естественно, мне приходится все эти азы постигать заново с новым попугайчиком. Вот, это самец, ему 2 месяца. Его зовут Элвис. Привет, Элвис, привет! Что сначала я сделала? Я его отсадила от своих, от его сродичей, вот в такое примерно жилье. Вот оно. И, соответственно, питание в клетке, влажный корм, сухой корм, минеральный камень, поилка. Ну и, соответственно, даю ему фрукты какие-то, овощи, сырые обязательно. И вот такая вот пока подставочка. Для начала, чтобы он именно когда вылетал из клетки, садился на нее. Значит, сегодня мой только пятый день приручения. То есть я хочу что от попугайчика? Я хочу, чтобы он не только сам вылетал из клетки и садился сюда, вот на эту подставочку. Я хочу также, чтобы он обращал внимание на меня. Это сделать сейчас мне не так просто, потому что у него есть сородичи, и он их слышит. Сородичи находятся в соседней комнате. Итак, сначала я первым этапом, ну, чтобы птенчик был более-менее непугливый, я учила кушать его с руки. Вот прямо с руки сыпала на руку корм, на ладонь, и подносила в клетке ему. Вот в клетку подносила на руке корм, и он кушал. Подносила сначала лакомство. Пайза, чумиза, потом стала подносить запаренный овес и яйцо вареное, мелко покрошенное. После где-то недели такого приручения он перестал, он у меня спокойно совершенно шел на руку. Вот, он идет на пальчик у меня. Иди сюда. Ну, иди. Он просто не хочет. Иди. Не хочет. Иди сюда. Иди, мой хороший. Вот. Он идет на пальчик, но при этом он, конечно же, совершенно свободен. Вот он уже прилетает сам на это место. Вот. Место приблизительное его, как бы, местонахождение. Клетка и верх клетки. Это случилось очень быстро, буквально за 3-4 дня. Он понял, где это место. Он понял, что прилетать по всей комнате, летая, нужно именно сюда, а не куда-нибудь на шкаф. Значит, что я сделала для этого? Для этого я, вынося попугайчика на пальчике из клетки, сажала его сначала на клетку, вот сюда, допустим. И он потихонечку заползал до верха. А здесь уже его ждала вот такая подставочка. И он на нее сам заходил. Потом я отправляла его обратно в клетку на пальчике. Также тихонечко, аккуратненько сажала на пальчик, отправляла обратно. Далее, что следующий этап. Я положила сюда корм, но не простой, который у него вот в клетке лежит, а овес, который он любит уже, с детства приучен. И вот он, значит, потом, когда начал сам потихонечку вылезать, садиться сюда, интересоваться, он начал вылетать и садиться и кушать уже. Это буквально произошло на 2-й, 3-й день после того, как стал выпускать его. Значит, первое, что его заинтересовало при выходе из клетки, это вот такая вертушка. Я стала ее крутить, и он, сидя на палочке, на жердочке, он видел ее из дырочки, именно из вот открытой вот этой вот дверки. Видел ее именно без прутьев. Он обратил внимание на эту вертушку из буквально открытого окошка. Его заинтересовало это окошко. Он стал спускаться к нему и вот так вот выходить сюда-сюда и
Первый раз у него не получилось приземлиться прямо на стол. Но со второго раза он уже сидел здесь. Он подошел к этой вертушке, ее погрыз немножко. Таким образом, я его выманила из клетки. А дальше уже он совершенно спокойно сам, значит, понял, куда надо садиться при прилете на клетку. Садиться вот сюда, вот сюда. Это первый этап приручения. Далее я расскажу попозже, по мере развития событий. В общем, всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал.